Всем привет! Я вижу, да. Пятница, 12 декабря. Мы с Андрюхой буквально на 2 часа, потому что солнце низкое, скоро стемнеет. Покупать воблеров и скупать. И что мы видим? Мы видим лед. На канале лед. Ну, он прогалины есть, будем там ловить. У нас несколько новых воблеров обловить. Я купил Басару от Lucky John. Посмотреть, 90 СП, потом покажу. Что у меня еще на облов? Lucky Craft Flash Minnow 110, по-моему. И Magnum 110, который я у Андрюхи. Андрюха мне подарил. А у тебя что? Рубра. Ладно, у Андрюхи на облов. И Джекал Мино. А, Джекал. Сквад. Джекал Сквад Мино, он же глубоко идет. Много. Ну, посмотрим. Тут вода вроде высокая. Ну и, конечно, Асура Рудра. ОСПшная у Андрюхи. Так. Ну что, я пока был в Латвии, купил Илукс. Я не знал, но это, оказывается, Джекал Тим. Джекал Бразерс. Поэтому они такие дорогие. Но я купил его по скидке. Но на сегодня я его ловить не буду. Я его взял так, чтобы показать. Это глубоководный, он не канальный. Так, вот у меня Магнум еще, Андрюшей подаренный. Что всплывающий. Это Vision 110 Magnum. Дальше, из новинок. Я попробую на него сегодня, конечечно. Это Max Quad 128. Вот такой вот. Ну, посмотрим, как он пойдет. Так, достань Рудру, покажу. Вот, значит, это у нас, как он? Lucky Craft, да, это Lucky Craft Flash Minnow 110. Такой. И вот Басара от Lucky Джона. Ну, написано, что они типа designed, спроектированы в Японии, но сделаны в Китае, и цена у них на порядок меньше, чем у всех у понтунов, мегабасов и так далее. Даже дешевле понтуна. Так, ну вот эти три сегодня. Может быть, я и Магнума зафигачу. Ну вот Андрюхин склад Мино 128. А я свой выложил. Но у меня чуть потемнее. У меня темнее такой зелененький цвет. Ну, красивый, красивый. Это Секси АУ, наверное, да? Название. Ну и вот она, Рудра. Клаун. Цвета клаун, наверное, да. Ну чё, давай. Будем начинать. Я тоже разобрался. Ну, спиннинги у нас не поменялись. Андрюха ловит на Теклон Концепт. У меня Ганчо. Так себе спиннинг. Заводное кольцо. Что? Да, там заводные кольца еще стоят. Снимать их, что ли? Ну я тогда Flash Mino первым буду пробовать. Такой крупничок. Потом Max Squad. Не знаю, с чем. А, вот, мой Squad Mino здесь. Есть. Вот мой склад Минол, смотри, какой цвет. Склад, он там туда сам. Да, кстати, чем отличается склад Минол от Максклада? Я даже и не знаю. У тебя синкинг. А это типа со спали. Ну, лопаткой чуть-чуть. Они оба 128. Да практически ничем они не отличаются. На, рядышком положим. Ну, то есть стоит, наверное. Америки прислать, наверное, стоит. Не, Max Squad я взял по скидке, минус 40% что ли было. Короче, Max Squad я взял за 12 евро. Там в Латвии были скидки Christmas, ну, Рождество сказать. Тут что-то ветерок поднялся. Не было у меня еще воблеров Lucky Craft. Вот с Андрея подачи у меня один появился. Такая странная у него игра. Нужно подбирать, наверное, проводку какую-то. На коротке он вообще себя странно ведет. Я не знаю, как на длине, может, нормально. Ну, такой он. Летит, играет, но пока ничего не ловит.
что я взял рудочку попробовать. Тоже никогда не было у меня рудры. На паузе всплывает. Но ее нужно реально джеркать. Джерк, джерк, еще раз джерк. Для рудры. Ну что, поставил я Басару. Покидал уже несколько раз. Выброс у нее хороший. Игра так себе, посредственная. Ну, может, надо просто подобрать. Ну, а как не клевало, так и не клюет. Басара поменьше, 90 миллиметров. Ну, ради чистоты эксперимента на обратном пути ставим мегабасы. Рыбалка в темпе, солнце скоро сядет. Поэтому канал такое место, тут обловить фигня. В одну сторону заброс, в другую сторону заброс. Если активная щука есть, она возьмет. Просто тут каждый раз с этим каналом такие изменения происходят. Чистят кусты, обрезают, вырезают, дно чистят. Так, не самая ярко выразительная игра у этой басары. Рудра мне понравилась по игре, но ее бить надо реально, джеркить. А тогда из стороны в сторону такие рывки делает прикольные, но она очень быстро всплывает. То есть на паузе она поднимается очень быстро. Вот тут стало поглубже. Я поставил Max Quad джакаловский. Но он довольно глубоко идет. И иногда траву собирается со дна. Классный, но что-то рыбы как не было, так и нет. Кидал я Max Quad, вообще не знаю, чем он отличается от Squad Minnow, надо, наверное, почитать. Вот. Идет красиво, играет красиво, но он тут за глубокий немножко, он мне траву собирает. Но вообще воблер мне понравился. Max Quad, прикольный. Он толще. Не знаю, чем он отличается, совершенно не знаю. Ну, отличается, форма другая. Андрюха вам психанул и перешел на мегабас. Ты реально не вижу, чем он отличается. Да ну что, Андрюха обловился у антенн. Дай. Ну как? Подлещик. Ну что, ты еще хочешь сказать, что в рот? Ну, он пытался в рот, посмотри, за рот. Ну. Он пытался к нему, тыкнул его. Совсем не хищная рыба. Как-то для такого. Ну блин, это первая рыба за 2 часа. Ну понял.
Мы уже ничего не облавливаем, мы перешли на 100% результаты. Я риджа поставил, Андрюха у антенн это вижен мегабасовский. И все-таки да. Я поймал что-то? Андрей, это не зачетная рыба. Это нормальная рыба. Нет, это зачетная рыба. Это не хищник. Ну что? Смотри, губа пробита. Сверху. Он так укусил как мог. Укусил как мог. Я понимаю, да, большие лещи могут маленького малька есть, но не такой подлещик размером с воблер. Багранул? Не багранул я. Зачет. Открылся, короче. Он для живца за большого. Если был бы, кстати... Ну, вообще, конечно, это прикол. Первый раз нехищная рыба здесь в Ирландии клюет на воблер. Что-то его заинтересовало, и он... А сначала думал, оп! Я понимаю, если бы мы нашли где-то крупную красноперку и на вертушку ее поймали, да, это зачет. Но подлещика на это вижен 110-й. Пошла здесь, то тогда сегодня ожидаем результат сегодня. В общем, 1-0, конечно. Не знаю насчет 1-0. Как? Не, ну, рыба одна есть, да, но она не зачетная, она не хищная, Андрей. Ты иди на соревнованиях, представь свою рыбу к зачету. Да нет, тут же не промерзает. До дна же канал не промерзает. Но он вообще не промерзает. Тут только корка льда иногда бывает. Ну вот, наконец-то что-то зачетное. Ну, посмотри, какие у меня размеры, да? Да уж, окуняра хороший. Блин. Посмотри, тут каких 6,5 кило есть точно. Больше? Больше 0,5 кило. Ну, весов-то ты не имеешь. Есть у меня эти. Китайские. Ну как китайские, Рапала. Сделано. Хотя мне из Америки их слали. О. Блин, вот это хороший окунь. Давно я таких не... Кстати, вот окунь больше на канале зимой активизируется, чем летом. Так летом тут ему и дышит. Ну, взвесим. Ну, это вот Ридж 90-й по сравнению с окунем. Это уже не окушок. Это уже окунь. Это я тебе подарил, Ридж? Да. Да. Ну, он ловит. Сколько? 480 показывает. Ну, это 0,5 килограмма. Так это для окуня как? О, 520. Сейчас я их сброшу еще раз. Для верности. Блин, 430 сейчас. Да, так. Но они не на такие веса рассчитаны. Как бы этот липгрип, он... Ну да, что-то около. 490. Ну что, зачетная кушара. Давай обратно. Там что, большого?
Ну правильно, если мы тут все время откидали щучьи воблеры, а тут окунь активизировался. Ну что? Как-то то, что мы пробовали, ничего не поймало. Мы пробовали в основном щуку, значит, щучьи воблеры. А щуки и так и не было. Зато был прилов в виде подлещика на мегабас. И неплохой окунь на рич. Но новинки не обловили. Будем в другой раз облавливать. Уже, наверное, на озере. Нафиг этот канал. Ничего тут нет. Щука непонятно где вообще. Ладно. Закат.